Привет всем. Привет, Live TV. Вот так вот, да. Еще, да, вот. Я приветствую вас. Вы приветствуете меня. Да, вот так вот. Еще. Хочется сказать вот так. Что сегодня прогноз на матч будет Кубка Италии, да. Прогноз на поединок между командами Милан и Кротоне. Миланеза сейчас поднялись в таблице. Да, команда сейчас в Серии А, имеется в виду, в Серии А, да. Серия команда на седьмое место сейчас. На седьмом месте сейчас, да. На седьмом месте. В прошлом туре переиграли Сампу 4-1. Да. Кротоне. Команда из серии Б. Один из лидеров серии Б в данный момент. Один из лидеров. На втором месте команда находится, да. Кротоне переиграли в Кубке Италии в предыдущем раунде сейчас Тернану 1-0. Тернану переиграли 1-0. А, это тоже Кубок Италии был? Сейчас проверим, Кубок Италии или это был. Да. Так. Хоп-хоп. Так. Так. Куда тут что тут дает-то? Так, ну походу да, это был Кубок Италии, да, все верно. Это был Italian Cup, ну. Так, Кротоне, ЕС, дальше. Да, Тернана. Это был Кубок Италии, да? Кубок Италии. Миланеза же выиграл в предыдущем раунде, да, Кубка Италии. Переиграл на своем поле Перуджу. Перуджу 2-0. Да, вот так. Кротоне же выиграл как уже говорилось, выиграл у Тернаны 1-0 на своем поле во втором раунде Кубка Италии. А до этого, Кротоне, где Кубок Италии? Ёпт. Так, что-то тут. Только, вот, Феррал Писало выиграли 1-0. Феррал Писало, да, 1-0, также 1-0 выиграли, да. И что по этому поединку? Так, Феррал Писало. Тернана команда из серии Б, также Феррал Писало же команда из так, сейчас изучим, из какого дивизиона, из дивизиона Лего Про, группа А, да, они сейчас на втором месте, да, на втором месте в данный момент в этой группе, да, ну вот так. И на данный матч прогноз таков, на данный матч прогноз таков, выход Милана в следующий раунд. Следующий этап. Кубка Италии. Коэффициент примерно 1.15 в среднем. Да. Да. Милан сейчас в серии А неплохо. Их очки набрали, немало очков набрали. Да. Команды в составе много именитых футболистов в Милане играют. Да, в команде Милан. Да. К тому же матч будет дома. Да. Так. Там заявка на матч имеется, тоже есть заявка на матч. Да. Там на сайте Милана можно посмотреть, там заявка на матч есть, кому интересно. Там, вот так. Вот так вот, да. Да. Сегодня еще другие поединки будут в Кубке Италии. Там Торино играет, например, да. Ну, прогноз на данный матч. На данный матч прогноз. Да. Вот
Основное время победит ли Милан, да, вполне, это тоже вполне возможно, да, может быть, и в основное вполне возможно, да. Но вот на весь матч, да, там, это там вот так, то выйдет следующий этап Миланки в центре на 1.15. Данный такой прогноз на матч, да. Еще хотелось бы напомнить, опять-таки напомнить хотелось бы вам одну вещь, то, что вы прежде чем вот на YouTube вот заходите, да, вы в настройках опять же нажимаете HD качество, там где ребристый кружок, да, в правом нижнем углу нажимаете, выбираете 720 HD, а не оставляете 360. Да, вот надо уже, наверное, внести в этой рубрике это как самое первое напоминание, да, вот так вот. Да, также комментируйте внизу, оставляйте комментарии, да, там, скажем, да. Ставьте лайки, да, вот так вот. Там, вот так. Привет, кстати, всем Live TV, да, всему Live TV привет. Да, там еще, конечно же, привет каперам Live TV, да, которые в разделе ставках тусуются, да. И вообще всем привет, да, как бы. Там. Вот так вот. Да, я приветствую вас, вы приветствуете меня, да, вот так. Типа, что еще? Так, сейчас, опа, итак. Еще интересненько. Что бы еще интересненькое, вот. Ну, о чем еще говорить? Ну, ладненько. Вы это, там, все обдумайте, да, хорошенько. Короче, вот так. Да. Ну вы поняли, да? В общем, ладно. Сегодня вот так вот.